Уважаемые главы делегации, уважаемые участники саммита, дамы и господа, позвольте еще раз сердечно приветствовать вас на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Искренне рад возможности лично принять лидеров государств-членов ШОС, стран-наблюдателей, наших почетных гостей и представителей международных организаций здесь, в древнем и гостеприимном Самарканде. Этот величественный город, расположенный в самом сердце Великого Шелкового Пути, в течение тысячелетий служил центром межцивилизационного диалога, культурного и духовного взаимообогащения, торгового и научного обмена. И я рад, что сегодня, невзирая на пандемию и непростую ситуацию в мире, Самарканд вновь объединил лидеров обширного пространства Евразии, стал центром международной политики и экономики.
Сердечно рад приветствовать вас в Самарканде, в Великом городе, на перекрестке Великого Желтого пути для участия в заседании Совета глав государств по власти Организации Сотрудничества. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники саммита, дамы и господа! Позвольте еще раз сердечно приветствовать вас на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Искренне рад возможности лично принять лидеров государств-членов ШОС, стран-наблюдателей, наших почетных гостей и представителей международных организаций здесь, в древнем и гостеприимном Самарканде. Этот величественный город, расположенный в самом сердце Великого Шелкового Пути, в течение тысячелетий служил центром межцивилизационного диалога, культурного и духовного взаимообогащения, торгового и научного обмена. И я рад, что сегодня, невзирая на пандемию и непростую ситуацию в мире, Самарканд вновь объединил лидеров обширного пространства Евразии, стал центром международной политики и экономики. Уважаемые главы государств, дорогие коллеги, сердечно рад приветствовать вас в Самарканде, в Великом городе, на перекрестке Великого Желтого пути для участия в заседании Совета глав государств по власти Организации Сотрудничества. Это и манихейство, это и различные языческие верования. Убери лицензию, пожалуйста. Ассаламу алейкум, добрый день. Добрый вечер, пожалуйста, тарелочку дайте. Самса.
Шеф. Резигерма хочу, резигерма. Сальча, брат, саль. Сейчас подойдет, наш президент подойдет каждому. Он подойдет каждому, подойдет. Он уйдет сейчас. Яна. Резигерма тосып қалайалыз. Шеф. Коллеги, друзья, искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией. Указом президента Российской Федерации за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миромонович. Узбекистан Республикасы президенты Шавкат Миромонович Мирзиёев Джанабы Алина в Российской Федерации президента Владимир Владимирович Путин Джанабы Алина Узбекистан Республикасы Российской Федерации Зордасты Кейн Камрули Стратегичи Пиковскаге декларацияны зорида. Указом президента укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миромонович. Коллеги, друзья, искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией. Указом президента Российской Федерации за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миромонович. Сейчас.
Tojikiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oilalari va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin janobi oilalari O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladi. Орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миромонович. Это и зороастризм, это и манихейство, это и различные языческие верования. Так.
Парма, поперели санцу, пожалуйста. Ассаламу алейкум, добрый день. Добрый вечер, пожалуйста, тарелочку дайте. Самса. Сейчас подойдет, наш президент подойдет каждому. Он подойдет, каждому подойдет. Он уйдет сейчас. Яна. Друзья, искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией. Указом президента Российской Федерации за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миромонович. Узбекистан Республикасы Президенты Шавкат Миромонович Мирзиёев Джанабы Алина. Россия Федерациясы Президенты Владимир Владимирович Путин Джанабы Алина. Узбекистан Республикасы Россия Федерациясы Ортасында Кейн Камрули Стратегический Пик Декларация на Израиле.
Указом президента укреплением дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миронович. Коллеги, друзья, искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией. Указом президента Российской Федерации за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миромонович. Узбекистан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёевич Мирзиёев Жанабы Алина. Россия Федерациясы президенті Владимир Владимирович Путин Жанабы Алина. Узбекистан Республикасыдан Россия Федерациясы ордасында кейін тамырлы стратегий шеттік болысындағы декларацияны ұзамайды. Орденом Александра Невского награжден Мирзиёев Шавкат Миронович.